Слава Украине, героям слава. У нас на телеграм-канале, вот сейчас ссылочка снизу, пожалуйста, заходите, смотрите. Видео допроса пленного ЛНРовца. И вот что интересно, что он рассказывает, каким образом его смогли мобилизовать. Это просто ноу-хау у русских, просто, честно говоря, у меня челюсть отвалилась, когда я услышал подобные вещи. Ну, во-первых, я уже знал, что, в принципе, мужиков брали на воду, ловили на воду, то есть они там ховались по домам, а это же прелести русского мира, водопровода же нет, ничего нет. Соответственно, они там раз в какое-то время подгоняют туда водовозку, откуда люди могут набрать питьевую воду. Соответственно, мужики повыскакивали с ведрами, тут их горяченькими всех взяли, тут же военкоматы и отвезли на фронт, их уже никого нету здесь. Вот, но это было старое ноу-хау, теперь у них новое ноу-хау появилось, многоквартирные дома. Знаете, как они мужиков выманивают? Все очень просто, они открывают вентиль газа, газ-то там еще есть, и начинает газ вонять на весь подъезд. Соответственно, люди начинают выскакивать из квартир, их потом по такой тревоге, ой-ой, мы вас спасаем, значит, выскакиваете из квартир, мужики выскочили из квартир, их тут же в одни автобусы, баб с детьми в другие автобусы, в разные стороны, мужиков сразу в военкомат, на фронт, их тут утилизируют, в частности, вот этого чудика, которого СБУшники допрашивают сейчас, и вы можете посмотреть видео, его именно так на газ и поймали, то есть оккупанты с тем, чтобы отловить пушечное мясо в так называемых ЛДНР, приходят, ну просто, их, честно говоря, их воображение немножко поражает. Видите, и на воду берут, и на газ берут, как хочешь берут. Раньше просто по пивнушкам ловили, но мужики сразу смекнули, что по пивнушкам ходить нельзя, потому что там ловят, это самое первое место, где их брали. Вот. Но видите, оказывается, дома они тоже не могут спрятаться, потому что их то на воду вытянут, то, говорится, газ пустят, и они выскакивают. Кстати, на этот газ они могут, это уже двойная польза, как бы, можно Украину обвинить в том, что Украина им газ ломает, чтобы дома взорвать, а во-вторых, набрать себе пушечное мясо, которое потом можно, они же безымянные, там у них нету ни военных билетов, ничего, их просто утилизируют, и, собственно, все, никто даже не знает, сколько их там погибло. По самым скромным подсчетам, на сегодняшний день 200-ми является 55% списочного состава так называемой армии ДНР, которая никогда, конечно, не существовала, но они же там ловили этих вот несчастных, так вот 55% это уже 200-е, то есть это говорит о том, что эта армия не существует. А все остальные 300, то есть их фактически нет, или пленные. Вот, собственно, и все. То есть это, знаете, такое пушечное мясо в самом его дешевом варианте и в самом чистом виде, что называется. И они это понимают даже некоторые. Ну что ж, что же они могут поделать? Очень часто это те же самые люди, которые в 2014 году бросались там под украинские танки и кричали, что Россия, Путин, приди. Ну вот вам, Путин пришел, он вам помог, как говорится, утилизировал. Слава Украине!